Каждому христианину Бог дарует ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей. Он предостерегает нас от грехов, оберегает в страшный час смерти, не оставляет и после окончания земной жизни. Ангелы радуются о нашем покаянии и преуспевании в добродетели, стараются наполнить нас духовными созерцаниями и содействовать нам во всяком добре.